очень переживаю за состояние наших храмов в России, полуразрушенных. И вот в этом селении, которое называется Жупания, в Сланцевском районе, я обнаружил храм, который находится на грани разрушения. Вот, и душа моя дрогнула, и я стал сюда приезжать. Дорогие друзья, вот уже второй год подряд 14 сентября на озере Долгом, что в Сланцевском районе Ленинградской области, состоится грандиозное событие, здесь пройдет ярмарка. По установившейся традиции все начнется с божественной литургии, как и 100 лет назад. Тогда еще в неразрушенном храме причащались тысячи человек, а на ярмарку перед храмом собиралось до 5000 человек со всей округи. После литургии мы пройдем торжественным крестным ходом вокруг храма. Позже можно будет подкрепиться и послушать незабываемый концерт известных авторов-исполнителей из Петербурга. Подкрепившись и немного отдохнув, будет проведен небольшой субботник около храма, желающие смогут купить фермерские продукты. Пройдут праздничные гуляния. Завершится мероприятие поездкой на место явления Богородицы, посетим святой источник, можно будет набрать воды и окунуться. Не упустите возможность хоть на денек побыть вдали от городского шума. До встречи в Зажупании!